Привет, друзья! Сегодня перед нами гитара культовой фирмы Ibanez, модель AW300. Это акустическая гитара с металлическими струнами. Сделана она из следующих материалов. Верхняя дека – цельный массив ели Энгельмана. Задняя дека и обечайки сделаны из махагона красного дерева. Гриф – также махагон. Накладка на гриф – палисандровая, стандартная, как и бриджевый порог. Колпаки Гровер в хромовом исполнении смотрятся просто отлично, как и гитара в целом. Слушаем.